Сегодня дети сотрудников правоохранительных органов вышли на лыжню. В соревнованиях Кировской региональной организации «Динамо» по лыжным гонкам приняли участие 65 спортсменов. В разных возрастных категориях за медали боролись девушки и юноши от 8 до 16 лет со всей области. В общем зачете первое место заняла сборная управления Министерства внутренних дел. Ребята из команды Министерства по чрезвычайным ситуациям стали вторыми. Бронза у лыжников управления Федеральной службы исполнения наказаний. Кстати, 19 марта на старт в этом же виде спорта выйдут и взрослые. Конечно, у нас подводится командный итог, личный итог, награждаются все участники соревнований. У нас всегда получают поощрительные призы, неважно, выиграл он или проиграл. Но, конечно, я думаю, по большому счету, главное участие, потому что есть дети, которые просто идут на лыжах, будем так говорить. По большому счету, главная задача, чтобы дети занимались спортом.